Здравствуйте, друзья! В этом обзоре я наконец хочу представить вам, наверное, лучшее удилище, которое когда-либо было создано в нашей компании MET. Это удилище M3. Бланк сделан из высокомодульного карбона TC30 и выполнен в стиле Slim, что делает удилище очень тонким, изящным и достаточно легким. Это позволяет ему восстанавливаться после броска почти мгновенно. Мы поставили специальные облегченные кольца SEA Guide, которые имеют одну лапку. Также хочу обратить ваше внимание на рукоятку, которая сделана из японского дюплона. Посмотрите на ее окончание. Она имеет специальное утолщение снизу под ладонь. Это позволяет контролировать удилище во время броска на все 100%. Мы сделали специально очень удобный хват, который подойдет для подавляющего большинства рыбаков. В серии удилищ представлены разные модели 10, 12 и 13 футов с разными весовыми тестами, а также разные диаметры первого кольца 40 и 50 мм соответственно. Сейчас на Родподе в данный момент у меня стоят 13-футовые удилища, которые обладают превосходными показателями по кастингу. На это и был сделан упор, когда мы их разрабатывали. Обратите внимание, что этими удилищами можно делать не только очень дальний, но и самое главное, очень точный заброс. А жесткий бланк очень быстро распрямляется после заброса и принимает исходное положение. В то же время, несмотря на мощность и жесткость бланка, удилища MET M3 отлично отрабатывают и вяжут рыбу при выуживании. Развернуть крупную рыбу с их помощью не представляет никаких проблем. Да, я уверен, что мы сделали действительно прекрасные и универсальные удилища, в которых вы не разочаруетесь. Соотношение цены и качества получились просто идеальными в M3.